Ребят, минуту внимания, значит. Ребят, я хочу поблагодарить, значит, весь персонал, который работал с нами. Значит, каждого массажиста, каждого студента, каждого человека, который работал в федерации. Значит, это наша общая победа. Вы видите, как нас поддерживают болельщики. Очень приятно приезжать на такие стадионы, на наши украинские, чтобы нас так поддерживали. Значит, это и болельщиков победа. Я хочу поблагодарить вас за ваши отношения. Значит, это наша общая победа. Поздравляю, ребята.